Другим темам. В Якутске идет активная подготовка к зимнему отопительному сезону. Бригады водоканала промывают самотечные сети канализации. За короткий летний период необходимо планово промыть порядка 35 километров сетей. На сегодняшний день компания выполнила работы по предотвращению засоров пока лишь на 12 километрах проблемных участков. Саргалана Федорова продолжит. Всего протяженность сетей канализации на территории Якутска составляет 185 километров. Есть линии незагруженные, а есть часто забивающиеся линии. Каналопромывочные работы ведутся только летом. Круглосуточно, каждый день. Работа тяжелая. Слесарям приходится спускаться в колодцы глубиной 10-12 метров. Но при этом они ежедневно сталкиваются с негативной реакцией жителей, которые жалуются на шум в ночное время. Ведем подготовку к зиме, значит, чтобы линии у нас к зиме были все готовы, мы это делаем днем и ночью. И поэтому я хотел бы обратиться к жителям нашей столицы, чтобы они с пониманием отнеслись. Потому что зимой, если мы это сейчас не сделаем, то зимой будут возникать засоры, большие разливы в ваших дворах, будут возникать наледи очень большие. Каналопромывочные машины надежно и эффективно избавляют трубы от загрязнений. Удаляют осадки и жировые пробки, не нанося ущерба герметичности системы. У нее барабан, специальные насадки, которые запускаются в трубу и под давлением, да, она размывает жир и эти жировые пробки и иловые отложения. Фекальные, вот данные вот увидите, если там сзади, да, это шланг фекальный, он тут же производит откачку из колодца, из трубы, вернее, правильно. И происходит зачистка. По статистике компании, около 80-90% случаев, провоцирующих технологические сбои на сетях, вызваны попаданием в систему бытового мусора. Эти бытовые отходы, помимо вреда оборудованию канализационно-насосных станций, создают опасность прорыва труб, выхода канализационных вод на поверхность и подтопления подвальных помещений. Во избежание подобных ситуаций специалисты призывают жителей города бережно относиться к системе водоотведения, не засорять канализацию бытовым мусором. Саргалана Федорова, Евгений Тайтонов, НВК Саха, Якутск.